еще недавно, как мы говорили сегодня, да, Россия была великой державой. И сейчас за эту державу страшно обидно. Инна Гомес, российская актриса, телеведущая, фотомодель. Сыграла более 30 ролей в кино. Входит в двадцатку самых известных российских моделей. Вот сейчас, как не включить телевизор, какой канал не включить, да? Новости, отвратительные фильмы, совершенно безобразные какие-то передачи. Куда мы вот с этим всем багажом? Ну, это та же самая, как мне кажется, та самая жажда власти. Нас хотят просто раздавить, подавить, растворить, сделать из нас каких-то какую-то серую массу, толпу, которая подчинялась бы и фактически мы превратились бы в рабов. И, к сожалению, для нового поколения это становится нормой. Они уже думают, что так вот это нормально, так и надо жить. Можно выпить, можно покурить. Я свою норму знаю. Я могу сказать, что люди, которые приходят ко мне, ну, те, кто как бы редко со мной видится, или, может быть, кто-то новый человек приходит, они, как правило, приходят с бутылочкой хорошего вина. И я говорю: вы знаете, вы меня, ради бога, простите, но у нас в доме не принято пить алкоголь. Мы как бы не употребляем его. И сначала первая реакция такая, знаете, какая-то такая, знаете, как человек набирает воздуха и даже не знает, что на это ответить. А потом, несколькими секундами позже, все абсолютно без исключения говорят: и правильно.